строительству детсада в микрорайоне «Мясокомбинат» подрядчик приступил в феврале. Сейчас здесь заканчивают устройство фундамента, а полностью готово двухэтажное здание площадью 1600 квадратных метров будет уже в декабре этого года. Проект типовой, уже который разработан на основе экономически эффективной проектной документации. В настоящее время подходит к завершению производства фундаментов детского сада. Проведена колоссальная работа по выносу инженерных сетей наружных, поскольку весь участок, который был выделен под строительство детского сада, состоял, скажем так, из существующих старых инженерных сетей. Будущий садик рассчитан на 100 мест. Внутри по проекту разместятся 4 групповые комнаты, каждая с отдельным санузлом, игровой и спальной, а также музыкальный зал и пищеблок. Одним словом, все, что нужно для комфортного пребывания и развития детей. На сегодняшний день в график полностью строительства вошли, материалы закуплены, скомплектованы все необходимые ресурсы, люди подготовлены. Все 3 подрядчика не вызывают у нас сомнений. Для нас они уже садики строили, поэтому уверены, что до конца года 3 новых детских садика в нашем городе для наших детишек появятся. Строительство еще 2 детских садов идет в ДНТ «Перспектива» и микрорайоне Шишковка. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ.